Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Джулери. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня хочу показать вам стразовые цепочки и кристаллы, которые пришли мне с Алиэкспресс. Покупки интересные, так что оставайтесь. Так, давайте я покажу сначала цепочки, а потом уже кристаллы. Смотрите, цепочки. Заказала я цепочку, сколько тут, 2,5 миллиметра, по-моему, или 3, вот слушайте, в золоте, вот так вот, видите, ничего особенного, просто вот обычная цепочка, сделана неплохо, смотрится красиво, вот, ровная, аккуратная, вот эти вот лапки не цеплючие, в общем, все хорошо. Дальше заказала я цепочку в золоте 2 миллиметра с покрытием 2 миллиметра SS6 это называется, да, с покрытием AB. Смотрите, красивая, тоже я довольна. Ой, улетела она у меня. Так, смотрите, вот такая она. Вот. Красиво смотрится, хорошо. Вообще интересно смотрится вот это покрытие AB. Да? Смотрите, вот просто если беленькая, да, вот такая, и АБ. Вот. Ну, интересно. В общем, я довольна. Хорошие цепочки. Так, теперь смотрите, какие интересные. Вот, смотрите, цепочка. Получается жемчужная в розовом золоте. Посмотрите. Вот она прям розовенькая. Нравится она мне. Тоже хорошая цепочка. Сделана хорошо. Я брака не увидела в ней. И вот в розовом золоте. Мне кажется, очень интересно. Тоже. Ну, я их стараюсь покупать, эти цепочки, знаете, так, по метру каждый, чтобы было у меня разнообразие. Вот. Поэтому довольна. Еще две интересные цепочки. Это уже они опаловые. Опаловые. И причем опаловые. Смотрите, вот розовый опал. Видите? И этот розовый опал в розовой цапе. Вот видите, цапа розовая сама. Да? Вообще смотрится хорошо. Мне нравится. И смотрите, белый опал в белой цапе. Вот, вот так. Тоже я довольна. Хорошие цепочки. Да. Единственное, знаете, вот эти вот цветные цапы, причем белая, по-моему, даже она немножко менее гнущаяся, чем розовая. То есть, если вот эти металлические, они как-то помягче ощущаются, вот эти немножко пожестче. Вот. Но все равно они так это гнутся. Слушай, ну красивые. Я, кстати, не брала до этого опаловые цепочки. Мне очень понравилось. Смотрится красиво. Вот смотрите, для сравнения, опять же, сейчас сделаем. Видите, вот это вот просто прозрачные, да, это вот опаловые. В общем, мне нравится, я довольна. Кто искал, присмотритесь. По-моему, они были весьма, ну, адекватная цена, и можно было купить по метру. Кому много не надо. Так, еще, опять же, еще две интересные цепочки. Эта цепочка серебряная, смотрите, это кристаллики, они покрыты вот напыление серебро в серебряной цапе, вот, и, ну, естественно, еще в золоте, да, тоже такое же, только в золоте, в золотой цапе. Мне так они понравились, такие прикольные, так интересно смотрятся. Смотрите, вот в серебре, да, и вот золото. Ну, сделано тоже хорошо. Знаете, я довольна. Вот, они как-то аккуратненькие, такие мягонькие, хорошенькие цепи. В общем, красота. Опять же, кто искал, вот по метру я взяла небольшие отрезочки. Так что, вот, довольна. Теперь кристаллы. Кристаллы. Давайте покажу пришивные. Смотрите, я взяла в первый раз пришивные кристаллы. Вот они вот такие, они получаются дуохромные, вот розовые и переход в зеленый, красивые такой, интересной формы, да, пришивные. Ну, что хочу сказать, смотрятся они хорошо, да? Блестят красиво, вроде бы качество хорошее,
Вот. Ну и, конечно, удобно, особенно когда вот такая вот форма, когда они пришивные. Я, знаете что, вот я смотрела на пришивные кристаллы раньше, но у них как-то вот отзывы были такие. Вот. И мне очень не хотелось брать никакущие кристаллы, которые никуда и не используешь. А эти вроде вот, ну, мне нравится, как они смотрятся. Так что да. Удобно, когда они вот просто пришивные. Раз, пришил. И потом они, видите, их не нужно вставлять. Они, во-первых, они плоские с другой стороны, да? И их не нужно вставлять в цапу. То есть они будут пониже, что для некоторых украшений может быть плюсом, для некоторых дизайнов. В общем, довольно. Хорошие. Вот сама с вами рассмотрела. Мне же как, посылки приходят, я их откладываю. И вот они, в общем-то, лежат, ждут своего часа, пока у меня там будет время сделать видео. Но я не рассматриваю, что там пришло, я рассматриваю вместе с вами. Ой, да, обычно я все рассматриваю вместе с вами. Так, еще кристаллы, смотрите. Такие вот. Это Ривали, по-моему, 10 миллиметров. И смотрите, у них есть дырочка сверху вот здесь. Вот. Эти Ривали я взяла, чтобы использовать как подвесочки в серьги, скорее всего. Тоже вот очень удобно. Не нужно ни оплетать, ничего, просто сделал. Видите? Колечко и подвесил. Красивые, очень красивые. Я, если это... Я постараюсь написать, какой цвет, вот если цвет нравится. Ну, очень красивый, фиолетовый, прям такой. Не знаю, даже танзанит какой-то. Красиво. Так, еще кругленькие кристальчики. Это не Ривали, это просто круглые, да? Вот такие красные. Посмотрите. Это, вы знаете, мне чем понравилось? Вот почему их показываю. Цвет красный очень интересный. Он не в оранжевый не уходит, не в розовый. Он вот прям красный, такой огненный, красный, маковый. Очень красивый. Вот, если надо, посмотрите. Хорошие, хорошие кристаллы. Очень хорошие. 6 миллиметров вот эти. Так, еще кругленькие кристальчики. Смотрите. Тут микс. Вернее, не то, что микс. Это был не микс, я их просто все вместе как-то вот сыпала. Смотрите, это тоже. Это 8 миллиметров. Вот я, видите, взяла опаловый, розовый опал. Смотрите, какой красивый. Это розовый опал. Вот на камеру он почему-то менее розовый. Красивый. Далее. Такой вот зеленый с розовым как бы. Есть тут еще что-то интересное. А, еще вот эти вот. Ой, вот эти красивые какие. Это все 8 миллиметров. Посмотрите еще какие тут есть у меня. Ой, вот эти вот. Вот эти вот товарищи. Это опять же не Риволи, да? Посмотрите, вот какие у них какой рисунок. Ну, я думаю, видели такие вот. Ну вот, ой, ну красивые они. Видите, как будто бы розочка внутри, такой цветочек, да? Вот они, кристаллы, опять же. И вот это вот розовые опалы. Вот эти розовые опалы очень красивые. Да. Так, ну я довольна. Опять же, ссылки оставлю. Теперь еще Риволи. Тоже. Вот знаете, эти Риволи, они очень интересные. У них как будто бы как два цвета. В общем, они. Видите? Такие вот. Очень интересный эффект. Так, это всего два цвета у меня. Зачем? Ну, в общем, да, бывает. Взяла, сыпала и потом только... Потом что-то подумала. В общем, вот они, видите, такой вот он зеленый, как цвета морской волны, что ли, такой мятный, немножко фиолетовый, золотой. И вот этот фиолетовый. Очень красивые. Тоже. Слушайте, вот эти очень хорошего качества кристаллы. В общем, я очень прям, знаете, я прям удивлена. Вот все, что я вот сейчас показываю, очень хорошие кристаллы. В общем, если нравятся цвета, зайдите, посмотрите. Красивые какие. Ну, красивые они переливаются так. Красота. Так, ладно. Теперь овальные кристальчики. Вот они зелененькие. Смотрите, какие хорошенькие. Изумрудный такой зеленый. Красивые такие овальчики. Это маленькие овальчики, что-то 5 на 8, по-моему. Ну, хорошенькие.
Какое чудо. Знаете, наверное, там была какая-то большая скидка, и я вот накупила разных небольших кристалликов себе. Так, довольна. Тоже этими. Фиолетовая. Тоже. Ой, какие хорошенькие. Такой аметист, да? Посмотрите. Тоже. Тоже очень довольна. Так, красивая. Далее. Угу, тут тоже, вот видите, я ссыпала вместе. Ну что, тут у нас разные цвета. Вот этот вот волкейна, что ли он называется, да? Вот такой овал. Ага, желтенький. Что тут? Фиолетовый. Желтенький. Фиолетовый. Сейчас попробую разобрать. Что тут с чем? Угу. Так. Сейчас. Извиняюсь очень за вот это, но я что-то не подумала. Как-то их взяла их вместе, сыпала просто. Да. Ну, бывает. Бывает. Так, ну что, смотрите. Ой, ну красивые тоже. Хорошие овальчики. Поглядите. Вот может тут видно, видите, как будто бы вот два цвета. Он фиолетовый, там вот зеленоватый. Вот так же вот здесь вот, видите? Немножко похоже, да? Вот. Они, конечно, по-разному смотрятся, потому что риволи и овальчики, да, разная гранка. Вот этот желтенький какой красивый, да? Ну и вот этот вот такой дуохром. Как красиво, да? Так, хорошие кристаллы тоже вот этим. Я ссылки оставлю и подпишу цвета, какие я брала. Вот. Но все, вот это все мои кристаллы, я очень довольна. Прям, слушайте, не ожидала, что они будут такие красивые. И брака я не увидела. Ну, в общем, я очень довольна. Цепочками тоже я очень довольна. Вот в пакете они смотрелись, конечно, никакие. А вот вживую прям хорошо. Ну что ж, такие были у меня покупки. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, я была вам полезной хотя бы чуть-чуть. До свидания. Увидимся в следующем видео.